Oh, hell no! Опа, Гангнам Стайл! Гангнам Стайл! Я должен был тебя захуярить, а не поменять. Ну ладно, иди нахуй в лаву. Блин, как мы в космос попали. Что за гигантский кошка-омлет? И еще у меня появился щит на батарейках. Ну ладно, го сражаться.
Я самый любовный проводить с тобой не ай. Мой миллион. Мой миллион. Мой миллион. Мой миллион. Ой. Ай. Ай. Мой миллион. Ай, мой миллион. Ай, мой миллион. Ай, мой миллион. Ай, мой миллион. Мой миллион. Ай, мой миллион. Ай, ой.
миньон. Вперед. Ай. Мой миньон. Ай. Мой миньон. Ай. Ты че, бля? Мой миньон. Охуел. Пизда к челенному. Все, блять, моя ульта кончилась. Извини, пчела, но хуй соси, ты меня заебал. Знаешь, почему Тоби Магуайр не поменял фамилию на пизда? Нет? Я тоже. Поэтому Тоби пизда. Сукоедные гусеницы, ебал я вас в рот. Надеюсь, мои братки вас всех отпиздят. Невозможно.
Ого! Невозможно удержаться. Вкусно как. О, у меня руки отросли. Офигеть. Вы что, совсем охренели или что? Как вы нас победили? Миньоны, добивайте. Не понял, вы что, блядь, предали меня? Это шедевр, братья. Они честно победили, поэтому мы уходим. Ах вы, тварь. Нет, мои силы. Всем привет, я вернулся. Эх, Лунтик, я думал, что ты мне как брат, я ухожу. И ты тварь. Читать, что произошло? Лунтик, ты жив. Ах да, ты мой омлет съел. Я тебе это не скоро прощу. Корми меня омлетами каждый день в 1230, иначе история повторится. Кто это летит? Да это же Капа. Какого хера меня не было всю игру, я не поняла. И чё тут произошло, пока меня не было? Ну как тебе сказать, мы тут чуть-чуть это... Ну да. Вы все теперь наказаны навсегда. Чага. Thank you.
Ах вы твари! Как вы меня смогли победить? А вы вообще понимаете, что присутствие Кузи здесь разрушает все существующие вселенные? Баба Каапа, а можно это как-то по-другому решить? Может, ты уберешь Соника Икс и вылечишь Лунтика Икс? А наши воспоминания откатишь на неделю назад, когда ничего этого не было. А что? Идея Кузя. Соник Икс Пердинтус. Бля, куда меня эти пидорасы отправили? Я же так хорошо тусил с Лунтиком. Вот черт. Лунтик Икс вылечинтус. Что? Что произошло? Почему я снова добрый? Я хотел вас всех убить. Ну ладно. Теперь я добрейший вечерочек. Привет, Лунтик. Сейчас я тебе и твоим дружкам сотру память. Радуйся, Единси, бро. Ребята, а почему я вдруг очутился на этой поляне? Я же только что был у себя дома. Ну ладно, давайте в футбол. Давай. Хотя, Кузя, не ты один тут внезапно появился. Я тоже была дома, а потом резко появилась здесь. Странно это. А так я приглашаю вас всех на чаепитие. А после чаепития уже давайте в футбол. Согласны? Конечно, все согласны. Только я приглашу несколько своих друзей. Хорошо? Хорошо. We'll be right back.
Блин, все так и жалко, что меня смог победить Кузя. Вспомнила. У меня есть Альцгеймер. Пипец. Ладно, поваляюсь тут еще пару часиков и вернусь обратно в свой кабинет.